23 февраля прошла 23-я гонка звезд. Магии цифр особенности очередной гонки не ограничились. Организаторы решили в очередной раз изменить регламент, чтобы сделать его еще интереснее для зрителей. С утра прошла квалификация, по итогам которой участники были разбиты на 4 группы для выступления в полуфинальных заездах. В итоге до финала, состоявшего из 6 заездов, добрались Кирилл Ладыгин, Михаил Скрипников, Алексей Васильев, Аркадий Жарков, Евгений Аксаков и Владимир Черевань. Гости из Европы, Ален Прост, Жером Домброзио и Дэвид Кулхарт, на Лаганах поборолись между собой в паузе перед очередным полуфинальным заездом. Практически всю дистанцию первое место оспаривали Прост и Кулхарт, но в итоге победу вырвал Жером, долгое время державшийся позади именитых ветеранов. Если вернуться к основной гонке, то еще до заключительного 6-го заезда финала стало очевидно, что победителем станет никто иной, как Кирилл Ладыгин. По ходу финала Кирилл смотрелся блестяще, фактически не оставляя соперникам шансов. О чем вообще можно говорить, если Ладыгин выиграл 5 заездов из 6, а еще раз приехал вторым? Явно поймав кураж, он выиграл и 2 оставшиеся дуэли против Кулхарда и Домброзио. Поздравляем Ладыгина с 3-й победой на гонке звезд, в результате чего он получил вечное владение, главный приз соревнования – хрустальную шину. К следующему году организаторам предстоит подготовить новый трофей, и это можно считать первой интригой гонки 2013.